На улице Новоселов работа кипит. Меняют уличное освещение. По полной программе энергетики уже отработали в Конищево и Дягилево. Там заменили около 65 километров старого провода. Свое место заняли 597 новеньких светильников. Впрочем, это всего лишь начало второго этапа. Впереди основной фронт работ. Теперь уже во всех районах города. Согласно утвержденного графика, энергетики в рамках заключенного муниципального контракта по капитальному ремонту наружного освещения города Рязани осуществляют комплекс работ по замене 3800 светильников. Также будет установлено 100 дополнительных светильников и 20 дополнительных опор. Кроме того, в рамках данного контракта будет заменен голый провод на самонесущий изолированный провод в объеме 320 километров, что позволит снизить аварийность в сетях наружного освещения города Рязани. Город постепенно выходит из сумрака. На смену тусклым светодиодам приходят нормальные уличные фонари. Их будут монтировать повсеместно. Работы пройдут на объектах наружного освещения во всех районах города Рязани. Новые светильники создают равномерный световой поток, соответствующий нормативным требованиям. Они обладают большой световой эффективностью, лучшей цветопередачей и длительным сроком службы. Цвет нейтральный, выбран на голосование жителями города Рязани. Сегодня на улицах Рязани одновременно работают больше 20 бригад. На объекты вывели 50 единиц техники. Все работы обещают завершить до конца ноября.